Владимир Путин провел встречу с членами президентского совета по правам человека. Глава государства пообещал правозащитникам увеличение финансирования проектов по развитию гражданского общества почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Также за круглым столом обсудили ситуацию на Украине. Глава государства назвал отчуждение народов двух стран трагедией и призвал искать пути к преодолению противостояния. Была отмечена работа правозащитников в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка рассказала, что правозащитниками было эвакуировано 62 ребенка, раненых или с тяжелыми заболеваниями. Сейчас рассматривается решение о создании хосписа в Донецке. Также Елизавета Глинка попросила президента наградить первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина, руководителя управления внутренней политики Олега Морозова и его зама Радия Хабирова за помощь детям в Донбассе. Путин сказал, что готов обнять и расцеловать этих людей, но говорить о какой-то благодарности от имени государства пока рано. Выразил также личную благодарность тем, кто не остается безучастным к проблемам жителей Украины.